Всем привет! Меня зовут Дарья Блэкфокс. Добро пожаловать в FIFA Mobile. Сегодня мы будем рандомить полузащитника, потому что полузащита у меня хромает по полной. 100 тысяч монет. Очки. Ладно, дальше. Монеты, очки снова. Ладно, еще. Ну ладно, в этот раз не по-любому кто-то выпадет. Так, лукаут. Далее. Соп. Блин, соп мне не нужен. Локотели. Увы, не тот-то мне нужен. Теперь... монеты и очки. И ну, монеты мне нужны. Ничего не скажешь. О, волкаут. Франция. Нападающий. Там Мбаппе! Это правда Мбаппе? Серьезно? Блин, круто. Куда мне тебя сунуть, Мбаппе? Ты же мне там совсем не подходишь. Блин. Полузащитник, Мбаппе. Ладно, дальше. Ну, уже веселее. Ладно, может, еще кто выпадет? Мне нужен полузащитник. Потому что у меня цепник стоит на цепешнике. Да, вот ты мне нужен, конечно. Только как-то у меня открылся вообще. Тьфу. Монеты. Еще 3 попытки. Если я правильно считаю. Нет, или 2. 2. Тьфу. Ну, выпади. Даже монет много не выпало. Ну хорошо, сколько у меня очков? 5000 очков. О, кстати, Жоржиньо. Да мне все подойдут. В первую очередь, Жоржиньо. Золотой игрок. А можно мне тут тоже кого? Слушайте, Дембеле. Плохой Дембеле. Все-таки 78, 70 плюс, это хорошо. А здесь кто? А, монеты. 5 усилений. Шикарно. Шикарнее некуда. Очки старта. Дал, наконец-то. Монетки. Сказала монетки, усиление, еще монеты и снова щедрое усиление. Так, первая развилка с игроком 70+. А если мне повезет? Да, повезло. Дальше монеты. Снова щедрое усиление. И снова монеты. От щедрот усиления. Монетки. О! Хороший предмет. А, так, первый ранг. Тоже пойдет. Очки старта. Нужны. Давай сюда. А сколько они стоили? 1000, что ли? 1000. Какие дорогие очки. А здесь у нас Пармак. Такого даже не знаю. О, щедрое усиление.
Целых 25. Как много. Ууу, 50 тысяч монет. 33 усиления. Ой, прямо вообще. Живем. Монеты. Снова много усилений. Кто тут у нас? Волкаут. Так, кто это? Уругвай, нападающий. Суарес. Ну, скажем так, не то, кто мне хотелось. Суареса мне тоже сунуть некуда. Монетки 50 тысяч. Щедрое усиление. И выкинула. Монетки. Жирное усиление. 56 тысяч монет, ух ты. Предмет ранга полузащиты. И не хватает 320 очков. Сколько мне нужно? О, ровно 100 нужно. Блин, мне надо 320. Где мне еще достать очки? 20 очков. Мне не хватило 20 очков. Звездный абонемент. А может быть там есть? Давайте-ка получим награды. Что, очки ультимейт? Да, очки ультимейт. Ладно, собираем все, что у меня есть. И там нет того, что мне надо, конечно. Ой, если будет много просмотров, я приобрету этот премиум абонемент. Если будет много просмотров, а еще лучше лайки. Ладно, раз мне неоткуда достать эти несколько очков, хочу протестировать Мбаппе. О, 94. Красотень. А теперь давайте в атаку тестировать Мбаппе. Нет, теперь даже шанса больше, чем у некоторых. Да, представьте, убирали Мбаппе вместо Криса Вуда. Блин, как круто смотрится, конечно, Мбаппе. Круто. Что у него за навык основной? О, конечно, радуга. Мбаппе, ты чё? Мбаппе промазал первым же ударом. Ну ладно, в следующем справился, теперь Пулишич заколотил второй. Мбаппе, ты еще умеешь. А, как и все, болл-ролл и забивать голы. Больше тебе ничего и не надо. Лаги-лаги. Как всегда лаги. И как всегда голы. А больше мне сейчас ничего и не нужно. И дальний удар. Красота. Надо кого-то из АПЛ-ки найти, типа Мбаппе. Что я делаю? Я вот это хочу сделать. Получил спас. Что-то та голова сегодня не работает. Надо срочно выигрывать. Так, дайте атаку. Дайте атаку еще одну. О, блин, ну вы серьезно?
полсекунды до удара оставалось. Полсекунды. И мне игра его не до... это не дала. Ау. Если палец ударила. Палец по наушникам ударила. Костью. Ладно. Жаршуни я обязательно получу. Обнулится этот пакетик. То есть, вот, что заражение мне сейчас очень пригодится. Ну и... будем копить на следующее видео. Очки защиты. Потому что защитник мне тоже нужен. Пувёль совершенно не вывозят на угловых. И поэтому мне нужен кто-то другой. А пока что 8-5. Что-то прямо, скажем, соперник не вывозит меня. Это что? Чё это, блин? По-моему, самый лучший финт это был ролл. Здесь он всегда проходит. Если бы он еще прожимался каждый раз. А, прокачанный Санчо. Это... круче не бывает его. Ну все, победа. 11-10. А то с них бы сталось дать свисток до моего удара. Уже видели. Фу. Наконец-то вторая победа. Одни ничьи. Забираем очки команды недели. Вот блин. Ну ладно. А знаете чего? Я дождалась 10 часов и пошла открывать один наборчик. Где мне выпал Жуао Фелиш. И после этого мне, конечно же, уже хватило очков на Жаржинью. Жаржиню теперь у меня в составе. Ах, знаете, что я сделаю? Потому что мне выпал варан. И поэтому мне столько защитников не нужно. Поэтому я могу сделать так. Все равно у меня Александр Арнольд будет играть еще долго. И Милитау сюда. И сделаем его 89. Фу, как он крутой стал. Ну все. А теперь точно все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. И до новых встреч. Всем пока.